Приветствую всех, кто посетил сегодня канал «Современные родители». Я очень рада вам и надеюсь, что и вам понравится мой сегодняшний обзор. Ведь речь пойдет о лучших чугунных казанах, которые считаются хорошим вариантом классической посуды для приготовления различных блюд как на плитах различного типа, так и на открытом огне. Популярность этих изделий из чугуна обусловлена уникальными свойствами данного сплава. Он равномерно прогревается, долго отдает тепло продуктам, а также является прочным, экологически чистым материалом. Профессиональные повара уверяют, что самые вкусные блюда восточной или кавказской кухни получаются именно в чугунных казанах. А при должном уходе такая посуда прослужит не только вам, но и вашим детям, поскольку чугун признан одним из самых долговечных материалов для кухонной утвари. Перед тем, как приобрести чугунный казан, внимательно изучите актуальный рейтинг 2021 года, который я составила на основании сравнения технических и ценовых характеристик каждого изделия, а также отзывов хозяев и опыта профессиональных поваров. Ссылки на каждую модель я оставляю в описании под видео и желаю вам приятного просмотра. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, если еще не сделали этого. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Чтобы не пропустить следующие обзоры, нажмите на колокольчик, а я перехожу к топу. Открывает пятерку лидеров казан украинского производства Сетон Ч-306К. Посуда этого бренда отличается эталонным ровным литьем и соблюдением толщины стенок и дна с точностью до миллиметра. Благодаря тому, что его дно имеет вид классической полусферы, этот казан прекрасно подходит для приготовления различных блюд на открытом огне. Объем казана составляет 6 литров. Этого хватает, чтобы накормить приготовленным блюдом 7-9 человек. Корпус Сетона выполнен из качественного чугуна, имеющего прекрасные эксплуатационные характеристики. Другого покрытия казан не имеет. Модель прошла на заводе специальную термообработку в несколько этапов, поэтому перед первым применением нет необходимости прокаливать. Нужно лишь тщательно вымыть посуду и смазать внутреннюю поверхность растительным маслом. Казан укомплектован чугунной крышкой диаметром 30 см. Этот долговечный и практичный комплект идеально подходит для приготовления самых разнообразных тушенных блюд из мяса, птицы, рыбы, круп или овощей в домашних условиях или на костре. При этом потребитель может не опасаться перегреть изделие, отколоть или поцарапать внутреннюю поверхность, ведь механические повреждения и повышенные температуры литому чугуну не страшны. Однако хранить продукты в таком казане нельзя, чугун может окислиться. Модель собрала в сети немало положительных отзывов. Покупателям нравится оптимальное сочетание долговечности, функциональности и качества изделия с приемлемой стоимостью. Продолжает обзор казан этого же производителя, но большего объема. Сетон Ч-412К обладает хорошей вместимостью в 12 литров. С его помощью можно накормить уже немаленькую компанию в 15-18 человек. Изделие прекрасно подходит для приготовления плова, шурпы, тушеного мяса или рыбы. С одинаковым успехом этот казан можно использовать на открытом огне или в печи. Также казан от Сетона можно использовать на любых типах плит – газовых, электрических или индукционных. Но из-за сферической формы дна иногда придется применять специальную подставку. Модель комплектуется крышкой, диаметр которой составляет 40,5 см, а глубина 5 см. Крышка имеет рифленую поверхность. Ее можно использовать как сковороду для жарки или запекания. Потребители делятся отзывами о том, что большим преимуществом модели является идеально гладкая поверхность и плотное прилегание крышки. Продукты, приготовленные в таком казане, отличаются восхитительным вкусом и ароматом, сохраняя свои полезные качества по максимуму. Казаны данного бренда пользуются неизменным спросом, что подтверждает высокое качество изделий. А доступная цена делает продукцию Сетон одной из самой покупаемой на рынке чугунной посуды. В своих многочисленных отзывах интернет-аудитория хвалит казан за хорошее качество изготовления, демократичную стоимость, простоту ухода и долгий срок службы.
следующую позицию рейтинга занимает казан китайского производства Malone KC-31. Это чугунное изделие объемом 6 литров рассчитано на приготовление плова и других блюд восточной кухни на любых типах плит. Дно у модели ровное и плоское, поэтому никаких подставок не потребуется. Ручка для подвешивания, которая идет в комплекте, пригодится тогда, когда предполагается использование казана на открытом огне. Важным преимуществом модели является наличие в комплекте чугунной крышки. Она плотно прилегает к верхней поверхности казана и не дает пару выходить наружу. Корпус высокопрочный и устойчивый к износу. В процессе приготовления можно пользоваться лопатками или иными аксессуарами из металла. Отмечу, что поверхность можно поцарапать без ущерба качеству покрытия. Преимущество этой модели – это полное отсутствие риска пригорания пищи, экологическая чистота, высокая теплоемкость и долгий срок службы изделия. Если за чугунным казаном осуществлять правильный уход, изделие с успехом послужит и детям, и внукам владельца. Если верить отзывам, в казане Malone KC-31 получаются вкусные наваристые блюда. Его удобно брать с собой в поход или на дачу. Приятным дополнением служит оснащение изделия эргономичными ручками. В качестве недостатка некоторые пользователи отмечают большой вес изделия, ведь эта модель весит целых 15 килограмм. Продолжает подборку казан Myron Cook Tradition MC-0082, изготовленный в Китае из традиционного промасленного чугуна. Эта посуда емкостью 8 литров замечательно подходит для тушения, запекания, жарки и выпекания на плите, в духовке, а также на любом источнике открытого огня. Верхний диаметр изделия составляет 35 сантиметров, а его размер по дну 13,5 сантиметров. В комплекте поставляется чугунная крышка диаметром 33,5 сантиметра. Благодаря устойчивому дну и длинной прочной рукоятке этот казан можно без труда расположить на костре, не боясь обжечься. Изделие имеет высокие стенки в 22 сантиметра. Это делает его весьма вместительным. Отмечу, что чугунная крышка, в свою очередь, формирует в емкости оптимальную температуру для быстрого и бережного приготовления продуктов. Готовые блюда еще достаточно долго сохраняют свое тепло, избавив владельца от необходимости их дополнительного подогрева. Покупатели, которые остановили свой выбор в пользу данной модели, отмечают, что это весьма достойный вариант за приемлемые деньги. Сделан он очень добротно, не подвергается деформации и перегреву. Главное – правильно закалить казан перед первым использованием. И тогда, на протяжении длительного срока, изделие прослужит не меняя своих внешних и эксплуатационных свойств. Мыть такой казан следует вручную, горячей или теплой водой с использованием мягкой щетки или губки. Для мытья в посудомоечной машине модель не подходит. Завершая топовую подборку, недорогая модель отечественного производства. Казан К-51 от бренда «Камская посуда». Эта производственная компания выпускает литую чугунную посуду, изготовленную по традиционной технологии литья в кокиль. Считается, что данная технология является лучшей в целях приготовления пищи, так как позволяет аккумулировать и выделять тепло на протяжении длительного периода времени. Блюда, которые в своем приготовлении требуют бережной и длительной обработки, получаются в «Камской посуде» особенно нежными и вкусными. Благодаря высоким многослойным стенкам казан идеально прогревает продукты, сохраняя тепло и способствуя накоплению насыщенного вкуса и аромата готовых блюд. Крышка выполнена из алюминия. Она хоть и легкая по весу, но достаточно плотно прилегает к корпусу казана. Объем изделия составляет 5 литров. Этого хватает, чтобы накормить, скажем, пловом компанию из 6-8 человек. Камская посуда долговечна, не боится перегрева, не подвержена деформации. Это подтверждают мнения экспертов и отзывы реальных покупателей. Пользователям нравятся эксплуатационные характеристики и универсальность этого изделия. Казан от Камской посуды стоит недорого и доступен всем, как молодым семьям, так и пенсионерам. Это является еще одним его преимуществом. Но за чугунной утварью нужно определенным образом ухаживать, чтобы она служила десятилетиями. Ее нельзя мыть в посудомоечной машине и использовать для хранения продуктов. Кроме этого, у этой модели посуды, судя по отзывам, не самые удобные ручки.
Этой моделью чугунного казана из пятерки лучших я завершаю свой сегодняшний обзор. Ссылки на все описанные мною изделия находятся в описании под этим роликом. Проходите по ним, знакомьтесь с подробными характеристиками товаров, их актуальными ценами и отзывами покупателей. Я желаю вам только приятных и полезных покупок. Дорогие подписчики, признавайтесь, какое самое вкусное блюдо, приготовленное в чугунном казане, вам приходилось пробовать? А какое блюдо вы хотели бы приготовить в такой посуде? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Буду благодарна вам за обратную связь. Спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Если да, то ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал «Современные родители». А чтобы не пропустить мои новые видео, нажимайте на колокольчик в углу. Таким образом, вы будете получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Новое видео выйдет совсем скоро. Не пропустите его. До скорых встреч на нашем канале. Пока!